Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем свою серию прохождений игры Angry Birds Fire. Я приветствую вас на своем канале. С вами приветствую своего гостя, это моя дочка Вера, которая мне будет помогать играть в эту замечательную игру. По мне, так она довольно-таки сложная. Ну что ж, продолжаем? Да! На чем же мы остановились в прошлый раз? Вот, у нас есть ежедневный дейлик. У меня нету идеи. Нету идеи. Сейчас у нас будет идея, сейчас мы все пройдем. Вот у нас ежедневное испытание, нам, видишь, необходимо кое-что сделать, увеличить броню, выиграть бой птицы в злобном режиме, выразить, сразиться в 10 матчах, ничего себе. Так, какой будем играть? Большим, маленькими? Маленьким. Желтым или вот этим красным? Красным. Красным. Ну давай попробуем. Вступаем в бой, поехали. Что же у нас с этого получится, давай. Ты мне будешь подсказывать? Да. Идет поиск игрока, поиск соперника. И, вау, какой-то крутой парень. 10-й левел. Ну что ж, тут нужно собирать птичек. Собираем. Каких собираем? Этих розовых. Быстрее. Думай. Этих красных. Вау. Желтеньких. Так. Я уже разучился играть. Собираем. Поехали. Давай розовенькую. Бум. Я тут вижу. Нужно собрать здесь. Желтенькая, да? Так, давай, подсказывай быстрее. Вера, подсказывай. Я могу не успеть. Так, желтенькая. Так. Отлично. Красная. Красная. А где красная? Я не вижу. Вот она. А еще какую? Вот желтая. Желтая. А вот красная, черная. Черная, розовая. Черная. Голубая. Нет. А, чуть-чуть. Не успели. Ну что же, как ты думаешь, мы победим или проиграем? Победим. Победим? Ой, смотри, у него 343 брони. Он, мне кажется, нас победит. Он очень сильный. У него вон шапка какая с рогами. Нет! Мы что, проиграли, что ли? Нет! Мы проиграли. Ну, конечно же, мы еще. Нам нужно выиграть много побед. О, нас побили! Хорошо. Он еще маленький. Да, так, подсказка. Хорошо, выигрывая мощные предметы. Это все мы так знаем. Он маленький. Может быть, другим попробуем сыграть? Давай. А каким? Давай. О, смотри. Вон, давай желтеньким. Давай. Он злой сейчас. Он как раз в злобном режиме. И, возможно, за счет этого бонуса нам получится у нас выиграть. О, смотри, фрикаделька. Давай бьем фрикадельку. Бум. Супер. Отлично. Отличная комбо. Так, нам нужно еще сделать такое же комбо, чтобы как-то выиграть этот бой. Давай. Смотрим. Так, я вижу. Ну, можно либо так, либо по-другому. Так, какие можно еще птички собрать? Так, эти можно собрать. Да. Ой, эти. Ах ты, черт, чуть-чуть красненький, не успел. Ай, Верочка, помогай мне, пожалуйста. Какие? Я что-то уже это... Розовую. Розовую мы собрали. Так, желтенькая собралась. Черненькая здесь, черненькая там. Еще одно небольшое комбо готово. И время вышло. Слушай, он может нас победить. Так, отлично. Но у нас... Подожди, у меня пишет, что я не в сети. Я в сети. Давай, бей его. Давай. Мы почти на равных идем, но у меня, к сожалению, брони было меньше. И мы что, проиграли? О, нет! Да как так? Продолжаем свою серию неудач, поражений. Кем будем играть? Ну, давай этими. Этими попробуем? Давай. Давай попробуем волшебной троицей. Может быть, сейчас что-то получится. Что же здесь за соперники будут? Вау, смотри, какая у него здоровая шляпа. И он еще в злобном режиме. Слушай, да у нас мало шансов. Вечером вообще, наверное, лучше не играть. Тут такие профессионалы попадаются. Так. Собираем. Какие еще собирать птички?
Ой, сейчас он нам что-то сделает, не очень хорошее. Так. Так, он нас отвлек, Мы не можем, не успеваем просто сделать. Так. Ред. Это все собралось само. Здесь тоже можно вот так сделать. Вниз. Так. Да сколько ты можешь мне ставить уже таких этих штук? Так, так, так. Ну что? Вер, я думаю, у нас ничего не получится сейчас. Видишь, он какой страшный такой. Видишь, у него какая злая шапка такая. У него куча бонусов. Это он с Турции, что ли? Куча брони, елки-палки. Он уже прокачанный парень. Вот так вот тебе кулаком помашем. Почему мне такие сложные соперники попадаются, а? Не знаешь? У-ху-ху! Да как же так? Давай каким? Каким будем? Бомбером? Вот этим? Да, этим. Ой, вот этим бомбером? Да, бомбером. Ну, у него, кстати, есть очень хорошие бонусы, которые очень помогут нам. Смотри, а что за миссия? А, победи в трех боях подряд. Ну, давай попробуем. Может быть, бомбером нам удастся выиграть хотя бы один бой. Ой, опять этот какой-то Геогрон. Ой, какие у нас попадаются соперники. Не очень хорошие. Так, 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 давай, 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 собираем. Что тут можно еще собрать? Розовая. Розовая, так, давай розовую, красную, беленькую. Так, еще здесь справа беленькую можно. Так, черненькую. Так, здесь никак, розовенькую. Розовая. Да я вижу, 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 синяя. Вижу. Синяя. Синяя, видишь, во всех плоскостях можно. Смотри, красная, отлично. Нам добавило еще несколько очков. Так. Красная. Угу. Да, 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 да. Время идет, время кончается. Красная. Мы никак не можем успеть. И красная. Время вышло. Все. Все. Ну что, бомбер? Ну хоть как-нибудь. Он, смотри, в злобном режиме парень. Неужели он нас выиграет, конечно? У него куча брони, куча всего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же нам делать? А, что же нам делать, а? Нет! Ну ладно, парень, спасибо. Они как и злые. Да. Вечером пришли все с работы, все пытаются... Крутые игроки сейчас выиграть. Они злые. Наверное. Ну что же, кем красненьким еще попробуем? Давай, поехали. Будем пробовать? Да, будем. Поиск соперника идет. Так. Дидда какой-то попался, 5-й левел. Ну может быть с тобой будет хоть какие-то шансы, парень. Нет, он что-то нам опять тут накосячил, сделал. У меня кружится голова. Да, у кого? У него? Да. А что она у него кружится? Ты не знаешь, а кто же в этом может нам сказать, и кто же узнать? Я не знаю. Так, собираю, собираю. Я поможу. Ты бы мне помогла бы, если бы знала, да? Да. Ну так давай, помогай, Вера. Так, подожди. Не стоит отчаиваться, сейчас мы что-нибудь все-таки сделаем и соберем. Так, 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 давай, 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 взрывай, 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 тут все. И время вышло, да что ж такое-то? Я надеюсь, соперник будет не такой сильный, но у него бонус против нас имеется. 106 брони, 113. Давай, равный бой, равный, равный бой. Он, кстати, больше урона, по-моему, наносит. О нет, нет, кто же, кто же, кто же, кто же, кто выиграл? Мы выиграли, ура! Ура, ребята! Это была первая наша сегодняшняя победа. Нам, надеюсь, дадут аж чуть-чуть дали процентов, да? Супер! Ну что же, ребят? Давай золотым. Желтым будем? Ну что же, ребят, продолжаем. Так, смотри, тут шанс. Шанс можно использовать, посмотреть, наверное, рекламу и усилить как-то своего птенца. Посмотрим. Что, будем смотреть? Да. Итак, получили мы
наши бонусы, плюс 20% ко всем характеристикам. И в этом злобном режиме мы вступаем в бой. Так, кто же у нас? О, у нас в Британии парень, 8-й левел. Так, давай, поехали, собираем. Он злой. Он злой. Мы тоже злые, мы тоже не оставим это все так в покое. Вау, он какую-то новую способность использовал. Что-то прям мне она не очень нравится. Так, мне тоже не нравится. Вон, и ничего нельзя сделать. Вот. Давай, хоть как-нибудь. Так. И, так, мы сделали, взорвали этих птичек. Так, что-то я прямо совсем потерял квалификацию, не вижу ничего. Не вижу, ребята, так. Зеленая. Где зеленая? Где там зеленая? Вот вон. Она. Вон, все, время вышло. Я больше в два раза набирал. Неудобно просто. Стой. Что это такое? У нас время еще есть? Да. А, это у него было время. О, нет. Что это? Нет! И похоже, у нас голова закружилась. Ёлки-палки. Ну, спасибо. Хоть лайками обменялись. Так, мне немножко неудобно. Поражение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плачем. Давай бомбером. Он прикольный парень. Давай, поехали! Поиск соперников! Кто же? Сразиться! Вау, опять какой-то прокачанный парень! Нифига себе, у него 400 тысяч там этого рейтинга! Так, вот! Ну что же, каких птиц мы будем собирать? Пока что все собирается само собой. А, и не вижу я, что-то нам не фартит в этот раз. Не повезло, не вижу ничего. Так, ага, вот. Нет, пожалуйста, зачем ты это сделал, парень? Так они не нравятся. Тебе не нравится тоже эта зеленая штука. Надо было как-то... Надо передохнуть, наверное. О, сейчас будет все круто у нас. Зеленая! Бонус собрали. Так, эта птичка. Так, тут что можно с чем собрать? Красненькие. Тут никак. Ах, не успел я. Можно было еще розовые птицы собрать. Эти мне не нравятся. Какие не нравятся? Эти. Вот эти? Да. Ой, смотри. Это какая-то полоса невезения. Я лучше играл. Я серьезно играл лучше. Во всех остальных видео моих видно, что... Вера, это ты, наверное, мой такой талисман везения, да? Спасибо, тебе тоже лайк. Ой, нет. Плачем. 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 Ой, кто это? Найденная чудовищная свинья. Смотри, она как кушает. Ничего себе, у нее вкусная пицца с колбасой и сыром. Да. Я тоже люблю такую пиццу. А я тоже. Ну, давай попробуем отобрать у этой свиньи пиццу и сами ее скушаем. Ничего себе так. Давай просмотрим видео для того, чтобы получить бонус. Потому что это шанс. Пробуем. Вот она, наша свинья. И с полученными бонусами мы пробуем ее победить. У нее аж 1500 хп. Ну что же, поехали. Да. Поехали. Ай, что-то я занервничал, ребят. Занервничал. Надо не расслабляться. Надо как-то на шаг вперед видеть, что же мы она хотим. Она сейчас съест. Что она? Она съест, ты думаешь? Да. Не может быть. Так. Вот это классно тут что-то она произошло. Она сейчас съест. Ах ты, черт, не успел. Кого она, нас съест или пиццу съест свою? Свою пиццу. Пиццу съест? Да. Ай, елки-палки, нам не оставят. А, нет. Давай, парень. Давай, игра. Ну, мы победим ее. Бум. Ой, возможно, и не победим, как-то слабо. О, ничего себе, она нам всю броню разбила. Ух,
Бубу! Ничего себе! Как ее победить, Вера? Ой-ой-ой, по 39! Давай, давай, давай! И пицца наша, пицца наша! Ес! Мы ее победили! Все, мы съели! Мы съели пиццу, победили свинью. Я съела! Вот. Бух, бух, бух! Свин-пиццерист это был. Вот. Я еще съела. Нормально, победа, хорошо. Она еще маленькая. Она маленькая, она уже не маленькая. Ты что, она большая птица. Так, кем? Редом поиграем? Или желтеньким? Кем? Или маленькими вот этими? Маленькими. Поехали дальше. А, заряд, ну это все понятно. Это реклама. Да, реклама. А, у нас не хватает, не хватает у нас, хорошо. Да, но за этот делик, если мы его пройдем, мы получим еще несколько кристаллов, которые можем в последующем использовать. Давай, поиск сопер. Нифига, какой Рекс у нас злобный. Это какой-то крутой парень. Ого. Ой, бух. Это вообще офигеть. Что это за монстр? А еще маленький. Ой, что он нам сделал? Что он нам сделал? Конечно, он нам там что-то попытался испортить. Ай-яй-яй, какой нехороший. Какой нехороший. Я его не люблю. Его и не надо любить. Так, давай. Нам нужно, главное, много составить и пройти. Пройти. Я не люблю его. Да ты что? А что, он такой плохой, что ли? Да, плохой. Ну, елки-палки. Так. И давай, 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 взрывай, взрывай, взрывай. Нет, время вышло, к сожалению. Смотри, он какой злой, да? Да, это злой. У него злой, наверное, режим включился. Он посмотрел рекламу или еще что-то использовал. Ну, давай, давай, кто кого. Ну, естественно, этот Рекс, он прокачан. Ой, какой он. Сильный. Ух ты, брат. Они плачут. Да, плачут. Ну и ладно тебе. Да. Я его не беру. Да ты что? Плачу. Ой, смотри, кто это? Кто это там? Еще одна чудовищная свинья. Это пицца свин. Он любит пиццу? Да. Нифига, давай. А я тоже беру, который... Второго левла. Ну что, бонус будем получать? Да, мы сейчас ее съем. Итак, имея бонус, мы можем сразиться с этой пиццесвином. Она сейчас ее съест. А, нет, съест. Это не пиццесвин, это смотри написано. Свин-пиццерист. Сейчас она ее съест. Давай, мы должны быстрее как можно ее победить. Ну что же, поехали в бой. Так, давай, давай, давай. Синяя. Синяя. Так, тут и синяя, и желтая, и красная можно собирать. Так, вижу, вижу. Сложный у нас сложный бой. Синяя. Вижу, вижу и синяя, и красная. Так, какие у нас еще розовенькие? Синяя. Да хорошо, сейчас будет и синяя у нас. Так, тут. Давай, давай. Пицца, пицца, свин, свин-пиццерист. Эх ты, черт, время вышло, смотри. У него больше намного ХП, чем у нас. Я думаю, нас броня не спасет, да? Жарко? Нет. Смотри, бум, бум, бум. Ой-ой-ой-ой. Он еще маленький. Ничего себе, да он вообще сильный. Он сильный. Он маленький. Бу-бух. Слушай, мы его можем и не так не победить. Ой. Бу-бух. Еще один удар и все. Он нет. Он маленький. Нет. А-а-а. Ура! Мы победили! Вер, ну мы же победили! Классно же! Мы выиграли! Пап, давай как он! Куча монет! Пиццу хочешь, что ли? Вон, бух-бух-бух-бух! Йоу! Второго пиццериста-свина победили! Вот он, видишь? Ура! Бух-бух-бух! И все! Монеты! Куча монет. Ящик для подарков.
Так, тут мы, смотри, все сделали у нас. А что за ящик для подарков? Там еще какой-то слот. А, ну это понятно, это кристалл у меня. Могучий орел. Могучий орел. У нас, к сожалению, мало пока кристаллов, чтобы открывать эти ящики для подарков. А это что? Самоцветы. А, ну понятно, это продается. Акции всякие, которые есть. Ну что же, продолжаем. Бой. Давай вот этими. Удастся нам в очередной раз победить противника? Как ты думаешь? Ты не знаешь? Ой, я даже не знаю, что это за флаг такой. Ну что ж, собираем. Поехали. Так, вижу, 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 вижу. Нет, зачем ты мне такое сделал? Это мне не нравится. Да ты что? Тебе тоже не нравится? Нет. Так, взрываем, взрываем. Так, поехали, поехали, поехали. Пап. Давай, давай, давай. Ага. Пап, это мне не нравится. Что не нравится? Нет. А, этот противник тебе не нравится? Нет. А кто не нравится? Ну, мне только нравится ракетик. Да ты что? Так, давай быстрее собирать. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее! Давай, это время кончается. Мы не успеваем. Ой, отлично. Отлично. Ой, время вышло. Ну что ж, мы как-нибудь сможем его победить? Да. Ты думаешь? Да. Я не уверен. Ну? Я могу. Поможешь мне? Смотри, у него 280 брони было, а у нас всего лишь 140. Я вот отвлекаюсь сейчас с тобой, и у меня не получается никак выиграть это. Эх, эх, опять у нас, опять у нас. Ладно. Бедненькие. Да. Ой. Воу, ну мы получили 10-й уровень, что тоже очень-очень неплохо. Очень плохо. Очень плохо. Ты все пойдешь, что ли, уже? Нет. Устала? Нет. Ну что же, может быть, мы сыграем еще один раз? Еще разочек? Да. Давай, еще разочек. И на сегодня мы пока закончим. А завтра мы продолжим очень так плотно проходить эту игру. Ой, смотри, даже неизвестно, с какого он тут страны. Поехали. Бумс. Бумс, 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 бумс. Они еще маленькие, да? Это маленькие, да. Так, давай их нужно собирать. Видишь, когда ты их собираешь, они так лопаются. И когда они лопаются, нам даются бонусные характеристики к нашим персонажам и очки всякие. Так, 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 давай, давай, давай. О, классно как. Зеленая. Так, тут мы не совсем удачно. Вижу, 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 вижу. Зеленая. Так, 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 что тут произошло? А, вот. Ну, можно было использовать. Папа, а. Зеленая. Да тут не только зеленая, тут вот всякие разные. Синие, зеленые и желтенькие. Так, давай. Пробуем, пробуем. Фух. Смотри, мы аж 340 с тобой брони набрали, а то по 160 набирали. 400... А, нет, брони-то мало как раз-таки, но урона просто много. Ну, смотри, давай, кто же из нас? Давай, давай, давай! Я думаю, мы победили, Вера! Победили! Спасибо тебе тоже, парень, лайк! Ну что ж, на этой прекрасной ноте, наверное, можно, да, заканчивать? Да. Давай что-то... О, испытание пройдено. Заедаем. В Тома, наверное, ты хочешь. Подожди, это еще не все. Мы кого-то еще нашли. Вот! Попробуем? Она есть Пичу. Попробуем? Да. Давай. Пичу. Попробуем победить пицца-босса. Не знаю только, как получится. Она сейчас все это съест. Третий уровень. Так, давай. Итак, с бонусными очками мы попробуем сразиться с этим боссом. Фу, все съест. Поехали, 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 поехали. Нам Шарики! Очень нужно, да, очень нужно их всех собрать. Розовая. И розовые, и черные, тут и красные. И давай, так. Отлично, бомс. Бум.
Так, собираем, собираем. И розовые, и черные, и красные, и желтые. Розовая. Давай, 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 поехали. Розовая, розовая. И розовая, желтая. Чуть-чуть не успел, чуть-чуть не успел. Розовая. И время вышло. Слушай, неплохо мы, конечно, наверное, тут собрали брони, возможно, урона, но она же тоже очень сильная. Смотри, бух, бух. Смотри, как мы ее бьем. Бу-бух, йоу. Слушай, мы с тобой, Вера, разыграли. Смотри, тыщ, тыщ. Бу-бух, нифига. Yes, мы победили. Ура, пицца свина. Yes. Все, мы съели пиццу. Мы съели. Смотри как, это повтор. Yes, пицца свин готов. Отлично! Ну, друзья, теперь, наверное, точно на этой положительной ноте мы пока закончим свое видео, да? Да. И немножко отдохнем. Ну, завтра обязательно продолжим и повысим свой скилл. Ну что ж, всем пока, с вами был Димон и была давай Верочка. Давай что-то интересное играем. Давай.